Во-первых, я из своего опыта могу поехать куда угодно. И мы уже летали, и, не знаю, в такие дальние дали, типа Бали, со всеми детьми. Конечно, это кошмар. Ну, я, в смысле, имею в виду перелет, это все вот эти вот 10 часов в самолете, это вот, потом еще 5 до Гонконга, потом еще 5 до этого Бали. Вот, весело. Но я не про это хотел сказать. Я могу сказать, что, во-первых, сейчас процентов 40 или 50 нашего населения вообще не выездные. Может быть, это и к лучшему. Поэтому что мне можно посоветовать? Естественно, осваивайте свою страну. В летнем смысле это, конечно же, Крым, Кавказ. И, конечно же, мне хочется... У меня есть много личного у меня, которые, допустим, друзья, там, у них в Италии есть вилла прямо на океане, туда поехать. Но есть вот такие хитрые штучки, которые называются обмен жильем, знаете? То есть вы можете с кем-то договориться, есть специальные, специализированные ресурсы, сайты, в которые можно обменять, допустим, свою квартиру в Москве на 2 недели, условно говоря, где-нибудь, ну, в Неаполе. И просто там обменяться, списаться, и вы, получается, ну, заплатите только за перелет или проезд. Вот вам клевая идея.